Это гордость не только Ивановской области. Мне доводилось слышать его стихи и песни далеко за пределами Ивановской области. Его диски крутились в машинах и на Кавказе, и в Ростове, и в Новгороде Великом я слышал. Его слова простого, честного русского парня. Сегодня мы пришли чествовать не просто поэта, а солдата, певца, гражданина и настоящего человека. Таким должен быть русский человек, который живет среди нас. И вот мы говорим о патриотизме. Мне жалко, что сегодня в этом зале нет юных, которые бы послушали его произведение, узнали бы о нем и стали бы такими. Слова слагаются в строфы, строфы ложатся в стихи. Стихам становится тесно, рвутся на волю они. Стихам рассказать людям надо о радости или беде. Хотят рассказать они правду. А где она, правда? Где? Замолкла струна гитары, и голос певца затих. Но помнить о нем нам всем надо, ведь в наших сердцах его стих. И в глубоком ущелье лежащий БТР, тот конек-горбунок, вдруг заплачет росой упавший из проржавленных фар на песок. И поймет, что хозяина нету, не придет он, не тронет броню. И от этого станет нам больно и обидно за нашу страну. Здесь собрались друзья и родные, чтоб почтить человека-бойца. И слова бы найти нам такие, чтобы понял он нас до конца. Он ушел. Ну а вы все живите, вспоминайте почаще его. И на камень гранитный смотрите. Ведь нам в жизни так мало дано. И гриф гитары теплой возьмет сегодня другой, чтобы нам рассказать о герое, солдате с открытой душой. Спасибо. Так, как будто бы вчера. Там на кресте Христос сказал: свершилось. Как будто бы вчера за нас Он умирал. Как будто бы вчера спасение даровал толпе, которая над ним глумилась, как будто бы вчера. Жить нужно так, как будто бы сегодня. Воскрес из мертвых Он и победил. Как будто бы сегодня гроб холодный покинул Он, и пленник стал свободным. Как будто бы сегодня Он ожил, как будто бы сегодня. Жить нужно так, как будто завтра придет Он к нам с небесной высоты. Спаситель и Творец, и нашей жизни автор, придет забрать своих, быть может, завтра. Услышим трубный звук мы все, и я, и ты, быть может, завтра. Аллилуйя.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Уважаемые друзья, прослушав песню Юрия Вячеславовича, у всех, наверное, комок в горле появился. После таких проникновенных слов очень трудно выступать. Но обращаясь к супруге Юрия Вячеславовича, которая находится в зале, я хотел бы сказать, что он памятник себе воздвиг нерукотворно. Его песни, его душа, его слова останутся в наших сердцах. Кроме того, как правильно сказал уже боевой генерал, он вовлекал в свое творчество и уделял очень большое внимание детям. Он работал с трудными подростками. Он был председателем ТОС «Ефремковский». Он своими руками вместе со своими товарищами построил детскую площадку. Это человек творчества. Человек, который выковал себя в пограничных войсках, стал настоящим мужчиной. Он жил и умер как настоящий мужчина, как герой. Вечная память Юрию Вячеславовичу. Огромное спасибо всем, кто сегодня пришел почтить память Юры. Вроде бы Юра недавно ушел. Вроде бы это много, вроде бы и мало. Были у нас общие перспективные проекты, которые мы планировали делать, проводить. Но его дело продолжается, и мы его дела будем продолжать и совершенствовать. Ведь его стихи и песни, которые он написал, они вечно будут воспитывать молодое поколение. Мы будем слушать. Низкий поклон супруге и вечная память Юрию. Спасибо. Плакала и плакала, пряча небо прочь.
ночи в памяти останется добрый светлый миг. И горят во храмах в памяти ему свечи. Мы знаем уже больше 33 года, да, знакомы с ним. Он принимал участие даже в создании группы «Музарий Шариф». Когда летом 87 года только собрались участники, он пришел с барабанами. Но так получилось, что барабаны мы взяли, а Юрия не взяли в ансамбль. Вот. Ну что же, может, оно и к лучшему. У него своя подача, свои песни были. Хотим исполнить песню. Третий раз мы ее исполняли. Попросили, чтобы в концерте поставили третьим номером. Военные знают, что третий тост очень соответствует как раз и Юре, и третьему исполнению. «Ушел красивый человек» песня называется.
жизни человек, ушел красивый человек, чтоб навсегда остаться с нами, чтоб навсегда остаться с нами. Песни будут участвовать в наших концертах, в наших конкурсах, в наших фестивалях. Мы будем его всегда помнить, Юра будет всегда с нами. Если я заболею, то к врачам обращаться не стану. Обращусь к друзьям, не сочтите, что это в бреду. Постелите мне стель, занавесьте мне окна туманом, в изголовье повесьте упавшую с неба звезду. Я шагал напролом, никогда я не слыл ни дотроги. Если ранят меня, справедливо к тяжелой твоя. Завинтуйте мне голову русской лесной дорогой и укройте меня одеялом осенних цвета. Завинтуйте мне голову русской лесной дорогой и укройте меня одеялом осенних цветах. От морей и от гор веет свежестью, веет простором. Как увидишь, почувствуешь, вечно, ребята, живем. Не больничным от вас ухожу я, друзья, коридором. А уйду я, товарищи, сказочным личным путем. Не больничный от вас ухожу я, друзья, коридором. А уйду я, товарищи, сказочным личным путем. Спасибо. Трофимова, она называется «На краю». Опустел городской неухоженный сад, и летят за моря журавли. Земли.
наши дни. Мы вернемся назад, но прошу, ради этой любви не забудь, как кружил золотой листопад на краю этой вечной земли. Не забудь, как кружил золотой листопад земли. Я хочу вам спеть песню, с которой началось мое знакомство с Юрием Коноваловым. Мы уходили, оставляя перевалы, минуя серпантины страшных гор. Тянулись опустевшие дувалы, на солнце жгло удушливым теплом. В ущельях, искореженным металлом, наливники напоминали о боях, засадах, словно в огненном кошмаре, колонны гибли прямо на глазах. Мы, уцелевшие, стреляли в тьму капкана, валился в пропасть ярким факелом Урал. Такой войной земля Афганистана нам 10 лет вселяла ужас со скал. Мы уходили, покидали эти горы, нам целил спины призрачный восток. Через Саланг, последним коридором, Афган покинул наш гвардейский полк. Я не был на войне, в далекой стороне. Я не стрелял из ДШК в душмана. Но каждый раз зимой в студеном феврале во мне не заживает боли рана. Передо мной Салан, где тысячи солдат застыли на броне от напряжения. Последний коридор среди афганских гор, колонна совершает восхождение. А ты вспомни, страна, Термес, Хайратон, события тех дней. А ты вспомни, страна, Термес, Хайратон, своих сыновей. А ты вспомни всех поименно, кто горнило войны опаленный, возвращался в союз, приближаясь к границе своей. И словно в страшном сне сорвался ПТР, и унося ребят, исчез в ущелье. Лишь горным эхом крик по всех живых проник. Вставать нельзя, но продолжать движение. Тот скользкий перевал так больно предавал, а солнце, ослепляя, издевалось. Машины рвут кардан, прощай, седой Афган, где лучшие друзья навек остались. А ты вспомни, страна, Термес, Хайратон, события тех дней. А ты вспомни, страна, Термес, Хайратон, своих сыновей. А ты вспомни всех поименно, кто горнило войны опаленный, возвращался в союз, приближаясь к границе своей. А ты вспомни всех поименно, кто горнило войны опаленный, возвращался в союз, приближаясь к границе своей. Я не был на войне,
далекой стороне. Помощник Смирнова Юрия Валентиновича, добрый вечер. Вчера мы тоже были на мероприятии, посвященном 30-летию трагедии нашей роты солдат, которая не вернулась с Афганистана. Было замечательное мероприятие в Доме культуры текстильщиков, организованное Союзом десантников. Очень хорошее мероприятие. А сегодня мы вспоминаем Юрия Коновалова. Я скажу коротко, просто один эпизод из его жизни. Мы в прошлом году проезжали Ивановскую область и посетили Кинешемский район. Взял я Юру с собой, с другом. И мы поехали в Ласкарихинское сельское поселение. Это самое у нас большое поселение с самым маленьким количеством проживающих. И вот мы поехали в село Ильинское. Там пришло 10 человек. Я выступил, они дали полноценный концерт. Потом поехали в село Красногорье. Мы выступили полноценный концерт и приехали в село Ласкариха. В 2 часа концерт, никого нет. Глава поселения побежала, говорит, спокойно, спокойно, подождите, сейчас я соберу народ. Собрали 4 человека, и я говорю, Юра, ну что мы тут, 4 человека, что? Нет, мы дадим полноценный концерт. И вот для 4 человек настроили аппаратуру, и целый час Юра пел, исполнял свои замечательные песни. Вот это вот уважение даже двум-трем товарищам, которые пришли. И, конечно, мы после того, как выступили, собрались и на пароме переправлялись через Волгу. Где-то минут 40 эта переправа длилась, уже все стемнело, над нами были звезды. И такой у меня с ним был пронзительный разговор о жизни в Ивановской области, о людях, как он любит людей, как он любит свою родину. И он сказал, я буду сюда ездить. Постоянно, даже для 2, для 3 человек я буду петь. Вот это вот очень такое знаменательное воспоминание. Мне очень приятно, что сегодня пришел полный зал, нам этого зала уже мало. Военно-историческое общество – соорганизатор этого мероприятия. Мы будем проводить такие мероприятия, я вижу, что они нужны. И, конечно, мне очень приятно, что пришли люди, ветераны, и поминают такого замечательного человека. Спасибо. 15 лет назад я написала песню, которую посвятила всем поэтам и музыкантам, безвременно ушедшим. Поможет мне ее исполнить Кирилл Горбачев. Стоит, а мы мимо проходим. Перемещение, скорость пугает порой. Не для тебя зеленеет весна на излете. Слякоть дожди, листопад и разлучный с тобой. Чтоб разорвать и выбросить на ветер.
перемещение скорость пугает порой. Устало посмотришь в окно, и душа на излете будет выстрелом сбита, а далее вечный покой. Но ты не разорвал, не выбросил на ветер. Сердце мне написанный листок. И пускай на том и этом свете, как и прежде будешь одинок. Когда мы вместе, когда мы рядом, надо ценить эти минуты. А когда случаются грустные моменты в жизни, тогда понимаешь, насколько мы дороги и ценны друг другу. Я сегодня пойду в туман. Дорога путь дивотивная, не обман, воля вольная за мною. Дивотивная и не обман, а воля вольная за мною путь. И куда
На сцену приглашается Альфия Лоскутова с песней «Видно, так заведено». Слова Сергея Есенина, музыка Валерия Пака. Сегодня, в день рождения нашего друга, светлого и замечательного барда Юрия Коновалова, собрались друзья, чтобы вспомнить и почтить память о нем. Видно, так заведено навеки, тридцати годам перевисеть, все сильней пораженные калеки, жизни ума удерживаем свет. Милая, мне скоро стукнет тридцать, и земля милей мне с каждым днем. Снится.
огнем. Здравствуйте. Песня называется «До свидания». И в какой-то степени она посвящена Юрию Коновалову и всем также безвременно ушедшим нашим друзьям. Слышно гитарку? До свидания, до свидания. Он уходит, не грустите. До свидания, до свидания. Не зовите, не ищите уходящих. Звезды слышат, вот только небо всех не примет. Кто-то станет серой мышью, кто-то глыбой, а кто-то пылью. Над сонной рекой, над углями костра, чтобы где-то вновь начаться, нужно к небесам подняться. Спит спокойно, безмятежно лодка на песке прибрежном. Ветки брошены небрежно в догорающую бездну. Скоро утро, мрак развеет, скоро птицы солнце встретят. Никого уж здесь не будет, только ветер над сонной рекой, над углями костра. Чтоб где-то вновь начаться, нужно к небесам подняться. Сокровенные черты характера, укрепив в людях, окружающих его, абсолютную уверенность в его надежности и порядочности. И мы приветствуем на этой сцене лауреата международных и всероссийских фестивалей патриотической песни, автора и исполнителя Владимира Пухова, город Кострома. Добрый день, дорогие друзья! Конечно, бы хотелось вместе Юрка стоял на этой сцене. Но, к сожалению, жизнь такова. И вот я сюда приехал, перед тем, как сюда приехать, была выложена кем-то из ребят фотография, что будет концерт. Я тут же написал, говорю, я с удовольствием приеду в свое время. Вот на 10 лет творческой деятельности Юрка приезжал, а второй раз он ко мне приехал на 25. И чтобы не почтить его память, не приехать сюда, ну, было бы подло с моей стороны.
И сейчас я хочу исполнить песню, которую я написал и посвятил всем своим друзьям, тем, кто служил в погранвойсках, носил зеленые фуражки. И сегодня в этой песне немножко новые слова прозвучат. Я думаю, что вы их услышите. Песня так и называется «Друзьям-пограничникам. Память о друге Юрке». Красный майский день, зеленые фуражки наденем на ветре. О службе нашей вспомним, о днях майора войска. И о холодном селе, и о боях песка. И вспомним мы тревоги, позоры марш прости. И вспомним мы горячие афганские пески. Отряд Инкалинский, Дальжийский перевал. Дальневосточный округ и те, кто воевал. Придут навстречу Мишка, Серега и Андрей. Юрка Коновала, он Новгород друзей. Ведет нас всех поздравит, подняв бокал вина. За пограничный праздник сегодня пьем до дна. Цветочный аромат наполнит радость сердце. Давай за встречу, брат, от цвет весны фуражки и от гитары звон. И песни под знакомой гитарный перезвон. И песни под знакомой гитарный перезвон. Придут навстречу Мишка, Серега и Андрей. Юрка Коновалов, он Новгород друзей. Ведь он нас всех поздравит, подняв бокал вина. За пограничный праздник сегодня пьем до дна. Эти стаканы звучат за Юрку. Юрка Коновалов, он Новгород друзей. Ведь он нас всех поздравит, подняв бокал вина. За пограничный праздник сегодня пьем до дна. Придут навстречу Мишка, Серега и Андрей. Юрка Коновалов, он Новгород друзей. Ведь он нас всех поздравит, подняв бокал вина. За пограничный праздник сегодня пьем до дна. Сюда вместе со мной должен был приехать автор-исполнитель из города Ярославля Игорь Дрягилев, к сожалению, не смог. Просил от его имени почтить память Юрку. И не получилось у наших руководителей тоже приехать, потому что один в Москве, второй в Луганске выполняют свои миссии. И сейчас я хочу исполнить песню от имени всех друзей в память Юры. Эту песню написал прекрасный шансонье Леонид Терешев, подруг Михаила Круга. И в память о Юре и всех друзьях, которых с нами нет, звучит эта песня. Друзей не забывайте! Thank you.
опять нам жить мешает, то прямо осаждаем святой. А дружба всякий раз по жизни помогает, но только тем, кто предан ей душой. И 20 лет не срок, и 40 лет не возраст, любые расстояния ни почем. А завтра доживем, а так как Бог положит, и дружбу через грудь пронесем. А завтра доживем, а там как Бог положит, и дружбу через грудь пронесем. Друзей не забывайте, и дружбой дорожите, без повода звоните иногда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой любят навсегда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой уходят навсегда. Порой друзья проверены годами, армейские походы и боя. А сколько раз в беде проверены мы сами, расскажем только лучшие друзья. Когда мы за чертой, и козыри все биты, и кажется, последний пробил час, надежный старый друг, забыв про все обиды, с улыбкой руку помощи подаст. Надежный старый друг, забыв про все обиды, с улыбкой руку помощи подаст. Друзей не забывайте, и дружбой дорожите, без повода звоните иногда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой уходят навсегда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой уходят навсегда. И дружбой дорожите, без повода звоните иногда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой уходят навсегда. Друзей не забывайте, и свято их цените, они порой уходят навсегда. Друзей не забывайте, и свято их цените, друзей не забывайте никогда. Спасибо. Встречайте, на сцене Сергей Кривчиков. Я хочу немножечко вспомнить про Юру. Видите, даже рубашку одел такую же, как у него. Мы с ним работали в одном концерте, он говорит, у тебя, слушай, такая же рубашка. Я говорю, ну, потому что у нас с тобой все-таки есть что-то общее. У него все равно подача такая была, такого рокового исполнителя, сильный, мощный голос. Да. Сложно, конечно, говорить, но мы совсем недавно, неделю назад, у нас был тоже такой памятный концерт выдающегося журналиста и музыканта Андрея Удалова. И вот почему-то приходится вот в последнее время, чем ты старше становишься, тем больше происходит концертов, именно воспоминания о ушедших уже. И хочу исполнить две песни, которые Юрке понравились. А одна новая, мы работали, вот был концерт у нас в марте, и когда я спел эту новую песенку, он говорит, слушай, говорит, про нас, вот про нас, музыкантов.
Вот и первая песня, и вторая песня тоже именно то, что ему нравилось. Поэтому я буду петь, Юра, для тебя. Голодным должен быть поэт, как музыкант, артист, художник. Выходит сытый человек, шедевры создавать не может. Он в узкой комнате сидит, обняв любимую гитару. И снова грустные часы, он кратает с ней на пару. Жизнь проживает он не зря. Вдохнул его Господь, дар Божий. Сердца с людьми полно, всем тем, что в жизни прожил. А за окошком снег идет, ложится пухом на карниз. Дождь и дом не сном объят, холодной пустотой пронизан. Им завтра предстоит концерт, дух творчества, успех, признание. А дома ждут тетрадь стихов и детские воспоминания. Жизнь проживает он не зря. Вдохнул его Господь, дар Божий. И делится с людьми сполна всем тем, что в жизни прожил. Вдохнул его Господь, дар Божий. И делится с людьми сполна всем тем, что в жизни прожил. И делится с людьми сполна всем тем, что в жизни прожил. Всем тем, Юрий, что в своей жизни ты прожил. Спасибо! Для Юрия звучала эта песня, и на всех концертах, на последних, когда я пою, я все время говорю, это для Юры. Потому что, говорит, это для нас. А позже ты, извините за выражение, звезды, они уже теряет душу. Следующая песня ему тоже очень нравилась. Он тоже был все-таки душе такой роковый исполнитель. Ему очень нравился Ренни Джеймс Дио. А у меня была песня «Как раз памяти Дио». И он просил, говорит, ты на этом концерте исполнишь? Я говорю, Юр, тут немножко стилистика не подходит. Он говорит, ну спой, пожалуйста. В общем, для всех ушедших с этой жизни. Ищет жизнь, счастье, любовь.
возвращаются опять. На пороге замечают, что бездарно проживают, как бездарно проживают без того короткий век. Жизнь отдана только одна, и как узнать долю свою и все пройти у этого пути, нам поможет лишь любовь, друг мой. Живут. Не умирая, не умирая, и маленький кусочек из произведения Рэнди Джеймс Дио. Спасибо тебе, Юра. Часто ли мы задаем себе вопрос, для чего я живу? Зачем я пришел в этот сложный, временами жестокий, но такой прекрасный человеческий мир? Каково мое назначение в нем? Наверняка эти жизненные вопросы задавал себе и Юра. Знал ли он о них ответы? Пожалуй, знал. Ведь ему удавалось сделать для всех нас немало. Для каждого что-то особенное. А еще он на собственном примере ежедневно доказывал, что человек — то существо гордое и свободное. Что никакими сокровищами мира невозможно купить любовь, привязанность, дружбу. И истинное уважение людей, для кого он писал свои песни. Встречайте, на сцене Алексей Подшивалов. Долго думал, что сказать перед тем, как спеть. Пришло на ум только, знаете, одна фраза. Давайте не будем грустить, что был. Давайте поблагодарим за то, что оставил. Оставил нам всем то, что у каждого осталось в сердце, в душе, в музыке, в гитаре, в песнях, в стихах. И сегодня, я думаю, что Юра слышит действительно каждый звук наш, каждое биение нашего сердца. Я хочу спеть для вас и для него песню, которая, знаете, очень много в последнее время просто потерь среди артистов. И Юра был не только воином, не только бойцом, он был артистом. Настоящим артистом. И вот когда уходят артисты,
Это очень печально. Но мы остаемся, мы помним, мы поем и будем петь. Например, вот такие песни. Этих птиц, сбитых временем в лёд. Уходят артисты, спокойны и чисты. Уходят, оставив нам роли, свои оставляя сердца. Подымем, подымем тяжелую ныне полынную чарку с бездонной душой мудреца. Среди белых березок одна над тобой. Так странно расставлены ноты судьбой. Средь тысячи звезд засияет твоя. Тянется в небо еще кальян. Уходят из спорта с последним аккордом, зажатый льдами и жизни куплет, не допев до конца. Но может на сцене сегодняшней смене откликнутся где-то знакомые нам голоса. Спасибо за слово из хлеба простого, за правду на всех разделенным пайком и несмятую честь, за друга Серегу, за эту дорогу, за все, что осталось, и то, что у каждого есть. Среди белых березок одна над тобой. Так странно ставлены ноты судьбой. Среди тысячи звезд засияет твоя, и тянется в небо еще коня. Уходят артисты, и путь их не близкий. Уходят, оставив нам роли и ноты в последний полет. Ни плачем, ни смехом, ни криком, ни эхом. Нам их не созвать, этих птиц, сбитых временем в лед. Уходят артисты. И бойцом, и воевал он в наше время тоже против
несправедливости, против лжи. Я помню один случай, когда нашего товарища как-то обидели из клуба. Юра сказал: «Так, собирайтесь, пойдем». «Куда? Куда, куда? Морду бить?» И вы знаете, в этом была сермяжная правда, то есть все просто, черное-черное, белое-белое. Если человека обидели, вот надо как-то собраться все вместе. И мы бы пошли, если бы этот человек сказал, он был очень добрый человек того, кого мы обидели. Он сказал: «Ребята, не надо, я сам разберусь». Все так и случилось, но вот этот порыв. И в том числе, конечно, он воевал и с гитарой, как с оружием, как с автоматом. И вот такая песня, наверное, будет. Я заряжаю свой патрон, я сделаю выбранные цели, и перекрестие в прицеле покажет, кто из нас не прав. Я заряжаю свой поклон для тех, кто сам заряжен страхом, приговоренные к баракам без объяснения и окон. Я окружен со всех сторон, я рву себя струной на части. Мое призвание, мой шеврон, сегодня я в гитарной масти. Меняю строй, меняю бой, и мы всегда готовы к бою с необнуленною судьбою и с непогашенной звездой. Мой передернутый затвор поставить точку в припинании, и дальнобойное дыхание нарушит мирный договор. Струной зажатой в разговор освобождаюсь от сомнений, от преждевременных ранений и от предательства упор. Я собираю тех, кто жив, я раздаю слова присяги, шагает дерзостный призыв, идут гитарные бродяги. И многострунный мой азарт еще закончится не скоро, еще не все затихли споры вокруг краплёных военкарт. Я заряжаю свой патрон, я вижу выбранные цели, и перекрестие в прицеле покажет, кто из нас не прав. Я выполняю свой приказ, и это жжет кому-то нервы. Я не последний, не первый из неуволенных за вас. Я окружен со всех сторон, я рву себя струной на части. Мое призвание, мой шеврон, сегодня я гитарной масти. Мы с ней повязаны струной, и мы всегда готовы к бою с необнуленной судьбою и с непогашенной звездой. Мы с ней повязаны струной, и мы всегда готовы к бою с необнуленной судьбою и с непогашенной звездой. Свежий из полей ветер
за друга, не дожившего до дней этих, за память, что живет с нами. Затянем, затянем, за память, что живет с нами. Затянем, затянем. За годом год, век временно неслышно быстротечен, и ноша лет, оттягивая плечи, напоминает, наша жизнь идет. Летит, спешит, стремится, ускользая, торопит нас и в гонке круговой. Мы, к сожалению, часто забываем, что жизнь одна, и не дадут другой. Друзья, давайте ж радоваться жизни и улыбаться каждому мгновенью. И каждой доброй, каждой чистой мыслью нести в наш мир надежду и терпение. Часто в жизни мы друзей своих теряем, кто настоящим был, в разлуке понимаем. А жизнь течет рекой, потоком дней извечных, мы ищем берег свой, один из бесконечных. Ты только помни тех, тех, что с тобою были, и береги друзей, тех, кто с тобою рядом,
пусть многое прошло, а сколько еще будет, но вспомнят тебя лишь те, кого ты сам не забудешь. Быть рядом с тем хотим, кому лежим душою, но станции разлук разводят нас порою. С одним простишься ты, хоть рядом мог остаться, другого вспомнишь вдруг, когда уж расставаться. Ты только помни тех, тех, что с тобою были, и береги друзей, тех, что с тобою рядом. Пусть многое прошло, а сколько еще будет, но вспомнят тебя лишь те, кого ты сам не забудешь. Токи дней и лет мы часто вспоминаем, кого давно уж нет, но память возвращает. Ведь если друг ушел не просто так, а в вечность, то боль твоя о нем на сердце бесконечна. Ты только помни тех, тех, что с тобою были, и береги друзей, тех, кто с тобою рядом. Пусть многое прошло, а сколько еще будет, но вспомнят тебя лишь те, кого ты сам не забудешь. С вами. Благодарю всех участников нашего концерта, этого мероприятия. Желаю всем здоровья, мира и благополучия. До новых встреч и храни вас Господь.